воскресни, Господи, спасибо, Боже мой, яко Ты поразилась и вся враждующая мисуя. Аллилуйя, 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 мажтаке Аллах. Аллилуйя, 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 мажтаке Аллах. Аллилуйя, 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 мажтаке Аллах. Я рак, хам, я рак, хам, я рак. Удартату исну хуаса курвали анум кубнал та агадгину да авгиаронше. Мимбе винут хробде самаре сашина цалоба сашенса. Та чеш марите баса шенса царсац мадел сашина. Та баап апле мулан вар манта карто. Та испар меш вар апле бхай дханаран вар манта карто. Каран то амчи пракрути занто. Ами кевал мати ахо хете атвито. Мано бране ча авишак гавта саркя хе. Ванатир пула прамане то бхуто. I remember days of old, I meditated on all thy works. I pondered on the creations of thy hands. I stretched forth my hands unto thee. My soul thirsteth after thee like a waterless land. Отцы, братья и сестры, сердечно поздравляю всех вас с праздником Святителя Господня. Наверное, самые теплые, самые значимые и в то же время самые мгновенные, подчас не всегда ощутимые встречи с Богом проходят именно в годы обучения в духовных школах. И сегодня мне хотелось бы сугубо приветствовать выпускника нашей духовной академии, Владыку Антония, который несколько лет провел в этих стенах, учился здесь, нес послушание, молился, духовно окормлялся. А сегодня уже в архиерейском чине впервые совершает свою работу Духовной Академии, Божественную Литургию. Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка Амвросий, я в первую очередь хотел бы вас поблагодарить и за добрые слова, но прежде всего за приглашение посетить родную Духовную Академию. Владыка, я хотел бы искренне и сердечно вас поблагодарить за эту возможность помолиться вместе с вами, испытать эти самые удивительные чувства. И прежде всего, может быть, хотел бы позволить себе дерзнуть от имени многих выпускников, с которыми я продолжаю общаться и встречаться, поблагодарить вас за все то, что вы вот уже 8 лет своего ректорства в этих стенах делаете для Духовной Академии. Потому что все мы, возвращаясь сюда вновь и вновь, не можем не видеть те удивительные изменения, которые здесь происходят. И мы все прекрасно понимаем, что за всеми этими изменениями стоят ваши молитвы, ваши труды, ваши переживания. И то, что вас любят и ценят преподаватели, и студенты, и все те, кто с вами вместе совершает здесь свою жизнь,
Это плод очень многих и многих трудов, поэтому мне хотелось бы вам, Владыка, пожелать помощи Божией в этом вашем очень важном и нужном служении, потому что, по сути, вы созидаете будущее нашей церкви.